Также в честь Дня Конституции сегодня Егор Борисов провел прием граждан с просьбой помочь в решении вопроса о реконструкции под детский сад пустующего здания на улице Мелиораторов в микрорайоне Марха Якутска обратился заведующий садика «Березка» Петр Федоров. Он отметил, что микрорайон активно развивается, численность населения растет, а вместе с тем и востребованность в дошкольных учреждениях. Новый детский сад позволил бы создать еще 250 мест. Егор Борисов поручил муниципальным и республиканским ведомствам изыскать средства на реконструкцию. Мы ответ получили положительный. В 2018 году Ильдархан предусмотреть средства из других источников. В самом районе Марха сейчас действует 2 муниципальных детских сада и 2 частных. В микрорайоне Марха сейчас проживает 20 тысяч жителей. И в связи приростом рождаемости и приростом населения все равно не хватает детских садов,